Дорогие друзья, приветствую еще раз во имя Иисуса Христа, телезрители, все, кто здесь, все, кто там. Пусть вас Бог благословит. Мы рады, что вы подсоединяетесь, что вы слушаете Слово Божье. Пусть вас Бог благословит, пусть вас Бог коснется. Если у вас есть какая-то боль, или у вас есть какая-то тревога на душе, или вы в ссоре находитесь, или вы находитесь в обиде, я просто прошу сейчас во имя Иисуса Христа, чтобы сила Божья сошла на вас и исцелила, изменила вашу ситуацию, изменила, убрала эту боль, эту тревогу, эту беду из вашей жизни. Во имя Иисуса Христа будьте благословенны. Друзья, мы верим в Бога, Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого. Мы верим с целью. Какая цель у нас, то, что мы верим в Бога? Мы хотим быть с Ним. Мы не просто верим для того, чтобы верить, для того, чтобы если у тебя спросили, ты веришь в Бога? Ты сказал, да, я верю в Бога. Мы не для этого верим в Бога. Мы верим в Бога, потому что Он коснулся нас. Я родился в христианской семье, но только в 17 лет, в 17 лет я обратился к Иисусу Христу. Я посвятил Ему всю свою жизнь. До этого момента я, конечно же, молился Богу, потому что меня родители научили. И каждый вечер, мы становились всей семьей на колени, и мы молились, и с малого до большого. Я был последний в семье, я последний являюсь в семье. Вот. И с меня молитва начиналась, отцом моим заканчивалась. И потом молились отче наши вместе. И вы знаете что? Хотя я молился, я видел ответы от Бога, я знал, что Бог есть но я лично его не знал. Иисус не жил в моем сердце. И в 17 лет я позвал его в свою жизнь. Я сказал, Иисус, и в этом не участвовал никто, в этом участвовал только Бог. Бог коснулся моего сердца. Я почувствовал, что Бог меня призывает. Вот люди думают, ну вот как Бог говорит? Вот ты почувствуешь, как Он говорит, когда Он будет говорить тебе. И я скажу так, что люди, которые отозвались на призыв Иисуса, это самые счастливые люди – и люди, которые сказали, подожди Иисусу, которые отложили этот момент, они несчастные. Потому что, знаете, если поезд уйдет, вечный поезд уйдет, то ты ничего не сделаешь. Если твой поезд ушел физический, ты сдал билет и купил другой, и поехал на другом. Но если ты опоздал с вечностью, ты ничего не сможешь изменить. Поэтому, когда Иисус стучится в ваше сердце, касается ваше сердце, тогда ответьте Иисусу «да». И не думайте, а как я смогу с ним жить? Потому что ко мне такие мысли приходили. Как я смогу быть верующим? Я же не смогу быть верующим. Быть верующим это сложно? Нет, это не сложно. Потому что Бог дает благодать, Бог дает силу для того, чтобы жить святой жизнью, непорочной жизнью. Жить э, жизнью по Слову Божьему, по Библии. Итак, тема проповеди будет называться «Ключ к успеху». Любая жизнь может быть успешной или неуспешной. Когда у тебя бывает так, что у тебя все получается, и когда у тебя ничего не получается, ты все делаешь, ты стараешься, ты вкладываешь, инвестируешь свои силы, и у тебя не получается, у тебя рушится все. Что бы ты ни делал, у тебя рушится. Может, у тебя в других сферах хорошо, но есть сфера, где у тебя ничего не получается. И сегодня я хотел бы прочитать и Слово Божьего об одном потрясающем чуде, которое произошло. Давайте откроем Луки, пятую главу, первый стих. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божье, а он стоял у озера Генерсарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки». Давайте здесь остановимся. Иисус, Он учил в неформальной обстановке. Иисус – это не религиозная личность. Как бы ни странно это звучало. Иисус не является деноминационным Богом. Он не является каким-то ограниченной личностью. Он есть Бог всего. Он творец всего. Он хозяин земли. Он хозяин всей вселенной. Вся вселенная помещается у него на ладони. Ученые будут открывать и открывать и открывать и запускать спутники туда дальше, в глубокий космос, и будут открывать новые планеты. А Библия говорит, что Бог измерил вселенную пятью. Он просто померил ее. И Библия говорится, что земля, небеса — это престол Божий, и земля — это подножие ног его. Поэтому Иисус, он написано, сел. Сев э, учил народ из лодки. Просто представьте себе картину. Однажды много народу было у Иисуса вокруг Него. Вокруг Иисуса всегда было много народа. Почему вокруг Иисуса всегда было много народа? Потому что Он был необычный, от Него исходила сила. Они видели в Нем доброту, они видели в Нем необычного человека, не который просто вытаскивает Слово Божие, читает и закрывает. Он реально помогал людям. И по сей день Иисус помогает людям. И написано, Он увидел две лодки. И увидел людей, которые стояли и мыли сети. Это было утро. Утром. И они мыли от грязи, от тины, мыли сети. И Иисус подходит в такой, в простой обстановке. Представьте, это рабочее, рабочее можно сказать, время. И Он подошел к Симону прямо во время работы, когда он вымывал сети. А знаете, Симон, Петр, да, он думал так. Я всю ночь ловил, я устал, хочу спать, сейчас вымою сети. Знаете, инструмент уже вымывал. И думаю, сейчас пойду домой, прилягу, посплю, высплюсь. Так печально, что ни одной рыбы не поймал. Домой не, нечто нести. Нечего нести домой. И вдруг приходит Иисус. Вдруг Просто приходит Иисус и начинает с ним говорить в простой атмосфере. Не как Бог приходит. Иисус был в человеческом теле. Он пришел к нему и говорит, Симон, написано, он вошел в его лодку и говорит, слушай, отплыви немножко от берега. Отплыви от берега. И вы знаете, что Симон, да, он не стал прикословить Иисусу. Знаешь, Иисус, приходи в следующий раз. Сегодня я не в форме, я не выспался, мне нужно привести себя в порядок, я не готов для себя. Знаешь, Иисус приходит тогда, когда тебе это нужно. Даже, может быть, ты не будешь готов, но Он придет, и у Него есть кое-что с собой. Каждый раз, когда мы приходим в собрание, когда, каждый раз, когда мы читаем Библию, у Господа всегда есть для нас благословение. И что Иисус начал делать? Он никаких чудес не творил. Он попросил просто Петра послушаться Симона. Просто будь послушным. Просто взошел в его лодку и использовал его лодку, его рабочее место, для проповеди Евангелия. И написано, что он начал и сел и учил народ из лодки. Четвертый стих. Читаем дальше. Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Ты можешь иметь свое мнение. Тебе Господь может говорить, как делать тебе на твоей работе. Но ты, или в твоей ситуации. Но ты можешь говорить, Господь, я так уже делал. Господь, ты, наверное, не в курсе, что я не просто сейчас иду на рыбалку, я пришел с рыбалки. Я пришел с рыбалки, у меня пустые сети, кроме тины, ничего. Иисус говорит так, как будто он, знаешь, вообще не в курсе. Он говорит тебе, как делать тебе. И вы знаете, что нам, людям, нам нужно послушаться тому, того, что говорит нам Бог. Именно в этом есть успех. Именно послушание Богу является ключом к твоему успеху. Мы иногда думаем, о как мне стать успешным? Слушайся, что написано в Слове Божьем. Тебе Господь будет говорить. Смотрите, написано, что он возмутился, как бы Петр. Он Иисуса говорит, наставник, мы трудились всю ночь, он начал как бы возмущаться. Ты не в курсе, Иисус? Он как бы уважал Иисуса, но Он хотел ему сказать, Иисус, ты, ты наверное, не в курсе, что всю ночь я вот это как раз-таки и делал. Кидал в сеть и вытаскивал в сеть. Кидал в сеть и вытаскивал в сеть. Он же рыбак. Он знает свою профессию, Он знает, как это делать. Он кидал и вытаскивал, кидал и вытаскивал, ничего не поймал, приходит Иисус и говорит: Петр, отплыви на глубину и закинь в сеть. И Петр. Он просто, возму... Он просто сделал, чтобы Иисус от него отстал. Знаете, как бывает так? Люди так. Ладно, я сделаю, чтобы ты просто успокоился. И вот просто, знаете, здесь есть секрет. Петр говорит: "Но по слову твоему закину сеть. Послушание слову Божьему ведет к успеху". И смотрите, Петр закидывает сеть, не веря, что рыба поймается. Потому что у него была причина не верить, всю ночь ловил и ничего не поймал. Вы знаете, когда час ловишь и ничего не ловится, приходит такое разочарование. А если всю ночь ловишь и ничего не ловится, ничего не ловится, ничего, то там очень плохое настроение. Но он говорит, по слову твоему, я, я буду послушен твоему слову, даже если я с ним не согласен. Вы знаете, часто мы не согласны с Богом. Я вам скажу, что наши мысли не такие, как у Бога. Они идут всегда в разрез. Наше добро и Божье добро разделяются, они в разные стороны идут. Наше добро, знаете, как бывает, хотел как лучше, а получилось как хуже. Читаем шестой стих. Сделав это, что это? Послушание. Они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. Представьте, всю ночь ловили, ничего не поймали. Приходит Иисус, говорит, отплы на глубину, закинь сеть. И он же ничего не сказал, что у тебя будет чудо. Просто сделай, как тебе сказали, как тебе Иисус говорит. И написано, они поймали великое множество рыбы. И даже, просто представьте, такого они никогда не слышали даже, что сеть может прорываться от рыбы. Просто представьте себе, что сеть, которая предназначена, чтобы вытаскивать рыбу, она не может порваться от рыбы. Она рассчитана, чтобы вытаскивать килограммы, десятки, сотни килограмм рыбы. Она рассчитана, и вдруг она начинает рваться. Такой успех пришел к Петру. И что происходит с этими учениками? Седьмой стих. «И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Знаете, я не уверен, что в жизни Петра хоть раз такое было. Он рыбак, это была его профессия, он ловил рыбу, но никогда он так не ловил, как вместе с Иисусом. Классно ходить на рыбалку с Иисусом. Классно его впускать в ту сферу, в каждую сферу своей жизни. Не только в сферу, где у тебя проблема. Послушай. Может, у тебя все классно, и такой Иисусу говоришь, Иисус, знаешь, ты мне только чуть-чуть подправь и в принципе свободен. Как бы ну ты мне нужен только для вот, определенной сферы. Нет. Мы увидим конец этой истории, и он очень потрясающий. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли и наполнили обе лодки. Так что они начинали тонуть. Лодки начинали тонуть от рыбы. Просто представьте себе, сколько рыбы можно поймать, чтобы лодки начали тонуть. Мы где-нибудь такое вообще видели? Чтобы ты пошел на рыбалку, ну ладно, там 10 штук наловил, там, ну там 15 штук наловил. Знаете, фотографии там рыбаки присылают, там щуку такую поймал. А так, чтобы полностью две лодки под завязку, поймать. И чтобы они начинали тонуть. И чудо было еще. Не то, что они поймали столько множество рыбы. Еще было одно чудо, что лодки не утонули. Они начинали тонуть. Но не утонули. Увидев это, 8 стих, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Он сразу понял, что Иисус не является обычным человеком. Он почувствовал святость Божью. Он почувствовал свою греховность. Он почувствовал и увидел вот этот бунт и несогласие с Иисусом, которое у него проявилось. Он сказал, я всю ночь ловил. Типа, ты не в курсе, Бог. Ты, наверное, не в курсе, что у меня такие проблемы в жизни. Все Бог знает. Он приходит, Иисус приходит для того, чтобы благословить человека. Вы знаете, мы иногда думаем, Иисус приходит, для того, чтобы что-то забрать, чтобы забрать от нас что-то, что-то от нас хотят, выгоду какую-то хотят от нас. Иисус хочет забрать у тебя грехи, Иисус хочет забрать у тебя проклятие, Иисус хочет забрать у тебя неуспех и хочет дать тебе прощение, благословение, радость. Он хочет, другими словами, забрать у тебя негатив и сделать из твоего минуса плюс наша жизнь, она, как я уже раньше говорил, она выглядит в, в виде минуса. И мы, если мы хотим увидеть, как наша жизнь будет после нас выглядеть, она будет выглядеть именно вот этой черточкой. На надгробной плите у нас будет, наша жизнь будет изображена в виде минуса, в виде черточки, маленькой черточкой между цифрами. Но за эту жизнь, за эту коротенькую жизнь, за эту маленькую черточку должен сверху прийти Иисус. И тогда наша жизнь приобретает, перевоплощается, можно сказать, превращается в плюс, в благословение. Вот у Петра, можно сказать, был минус в жизни. Минус он все отнимает. Приходит Иисус, и у Петра плюс. У Петра плюс. Не просто плюс. Плюсище. Представьте, не просто благословения, а благословения, от которых ты тонешь. Столько любви, не столько любви, знаете, добра, о, тебе хорошо. Ты просто тонешь в любви, в наслаждении. Девятый стих. Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, от этого лова рыб и пойманных. Ведь это реальная история. Также и Иакова, и Иоанна, сыновей Завидеевых, бывших товарищей Симону. И сказал Симону Иисус, не бойся, отныне будешь ловить человеков. И мы видим, что Петр, он действительно ловил человека в Словом Божьим, он проповедовал людям Слово Божье, и они приходили в Божье Царство. Мы видим и день Пятидесятницы, когда три тысячи человек покаялось, и потом дальше. И смотрите, как заключитель, заключается эта история, заканчивается. Одиннадцатый стих. И вытащив обе лодки на берег, они не утонули, их вытащили. Оставили все и последовали за ним. Представьте, такой успех, успех, который записан в истории. Просто представьте, у человека произошло, его записали в Библию эту историю. И теперь все народы... Много национальностей по всему лицу земли читают эту историю, которая произошла в жизни Петра. А все из-за чего? Все из-за того, что Петр послушался Иисуса. Послушание ключ к успеху. Все. Если мы хотим, чтобы наша жизнь была успешная, нам нужно слушаться, что говорит нам Иисус. Нам нужно читать Евангелие, нам нужно читать Слово Божие, послание, нам нужно жить Словом Божьим. Помните, как э, сотник сказал Иисусу, у одного военного человека был болен слуга и был при смерти. И он пришел к Иисусу. Представьте, как он ходатайствовал о своем слуге, о своем работнике. Он пришел к Иисусу. Почему? Он слышал, что Иисус исцеляет людей. Неважно, какой болезнью болеет, Иисус исцеляет людей. Он даже воскрешает мертвых. Он очищает прокаженных. Он исцеляет неизлечимые болезни. Друзья, если у вас есть неизлечимая болезнь, у вас есть какой-то диагноз, знайте, что Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же. Он тот же, как Он это делал 2000 лет назад, так же Он может и сегодня совершить для вас чудо и исцелить полностью вас. Нам нужно соединение, нам нужно, чтобы в наш минус, в нашу ситуацию пришел Иисус сверху, и наша жизнь превращается в плюс. Дьявол пришел украсть, убить и погубить, а Иисус пришел, чтобы дать жизнь и жизнь с избытком. И вот просто представьте, эти лодки вытаскивают на берег. Полные лодки. Я не знаю, там все люди, наверное, сбежались и тянули, потому что это не так уж легко лодки, нагруженные рыбой, вытащить на берег. И они вытащили их на берег. И вы знаете, в этот момент, наверное, у Петра было очень много откровений. Как хорошо, что я послушался Иисуса. Первый раз. Как хорошо, что я послушался Иисуса. Второй раз. Я теперь буду его слушаться. Знаете, почему апостол Павел пишет, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что живу ныне во плоти, живу верою в Сына Божьего, предавшего себя за меня. Аллилуйя. Потому что так лучше жить. Так лучше жить, когда тебе Господь говорит, ты живешь по Слову Божьему, чем по своей логике. Знаете, нам всегда кажется, что мы умнее всех. Мы, умнее. мы знаем, как жить. Несмотря на то, что мы живем первый раз на земле, никто из нас не живет вторую жизнь. <guidelines> мы все живем первый раз. Нам кажется, что мы все знаем, но мы ничего не знаем. Господь все знает. И Господь, Он пастырь, Он добрый пастырь, добрый пастух. Он заботится о нас. Когда приходит Иисус, то Он приходит, чтобы благословить. А у нас какое-то есть представление об Иисусе. Вот мы себе как-то представили Иисуса, что Он недоволен нами, потому что мы живем неправильно, допустим. Он ни за что нам не поможет, Он ни за что не слышит, потому что Он далеко. И надо, и знаете, многие люди приходят к таким заблуждениям, надо Обратиться к его маме. Через маму надо действовать. Через маму такой подход. Это полный бред, друзья. Это полный. Это, это вот, вообще непонятно, откуда пошло это. Но все понятно, откуда пошло. Враг душ человеческий все придумал и извратил. Но многие приходят к Иисусу через мать. Типа, знаете, хитро так. Раз Иисус такой недоступный, а маму он послушается. Это мама его, Мария. Ей свое уважение за то, что она родила Иисуса, пострадала за него. Потому что когда ангел пришел, сказал, Мария, радуйся, у тебя родится сын. А как он родится, она спросила у ангела. А вот от Духа Святого. А она уже в помовке, представьте. И когда ты находишься в помовке, и твой муж, который тебя не трогал, узнает жених, другими словами, узнает, что ты беременна, что у него в голову приходит? Что нагуляла где-то Мария, и написано, она убежала из дома и побежала к своей сестре. То есть она страдала. И вообще, по закону Моисея, ее должны были побить камнями без рассмотрения. Это не то, что, знаете, прелюбодейство, это уже на лицо прелюбодейство Откуда живот у тебя? Ведь до брака нельзя иметь интимные отношения. Это сразу смерть. Это закон Моисея с этим сразу рассматривал очень просто все. Брали камни и кидали на него и на нее, выставляли перед народом блудника и блудницу, и кидали в них камни, убивали их. Это Божий закон, через Моисея так было. И вот просто представьте, Мария слышит тяжелую информацию. Мария, радуйся, благодатная. Она такая, что, ангел? Ты родишь сына. Да, классно. Наречешь его имя Иисус. Он спасет людей, своих, от грехов их. Она такая, аллилуйя, здорово. Меня Бог избрал, чтобы родиться через меня на эту землю. А как вам родиться? А без мужа? И она, знаете, в лице, возможно, изменилась. Иосиф, конечно, мне верит, но в такую пургу он не поверит. Без мужа а Духа Святого родила. Такая, такая история была только один раз в истории человечества. И никогда такого не было, и никогда такого не будет. И вот Иосифу надо было поверить все-таки, что она не изменяла ему, а что это от Бога ребенок. Это святое. Итак, к чему я говорил? Что многие не обращаются к Иисусу, идут к его матери. И спрашивают, мать Иисуса, поговори с Иисусом, и спроси у него вот это и это, и то и другое. Вы знаете, что это неправильно, это грех. Обращаться нужно напрямую к Иисусу. Потому что когда Иисуса распяли на кресте, он был посередине. И слева, и справа были распяты разбойники. Бандиты были распяты. И они хулили Иисуса. И один из них, потом опомнившись, сказал, и он обратился к Иисусу, он обратился все, все, всем своим сердцем, он друга своего стал успокаивать и говорить, знаешь, мы висим за преступление, а он ничего плохого не сделал. И потом он обращается лично к Иисусу. Представьте, Иисус висит на кресте, рядом с ним висят разбойники на кресте, под крестом стоит его мать, Богоматерь, скажем, и святой апостол Иоанн, потому что все остальные разбежались. И ведь по идее, как многие сегодня обращаются к святым, ведь этот грешник мог бы обратиться и сказать, мать Иисуса, поговори с Иисусом. А зачем вот эти неправильные движения? Почему не обратиться прямо к Иисусу? Иисус сказал в слове своем, что всякого, приходящего ко мне вон, я не изгоняю. И Он не обратился ни к святому апостолу Иоанну, ни к, ни к Богородице. Он обратился прямо к Иисусу и сказал: Господи, когда придешь в царство Твое, вспомни обо мне. И что Иисус ответил Ему? Он сказал: истина, истина, говорю Тебе, сегодня же будешь со мною в раю. За что Иисус, Он бандит? Он бандит, Он много зла сделал. Так что правительство его смертную казнь вы, вы этот, приговорило его к смертной казни. А ты его жалеешь. И не просто жалеешь. Ты говоришь ему и обещаешь вечную жизнь. И что он прямо сегодня с Иисусом будет. И не просто, а в раю. Где-нибудь бы там на задворках в раю. На границе рая и ада. А то прямо с Иисусом. Вот как Иисус любит грешника. Вот как Иисус любит падшую грешную душу человека. Мы думаем, Иисус любит хороших людей. Но Он бы тогда не родился на Земле, если бы люди жили хорошо и были хорошими на Земле. Он родился, чтобы спасти людей от грехов. И никто нам не сможет помочь никогда, только Иисус Христос. Позволь Иисусу благословить тебя. Начни с Ним разговаривать. Начни обращаться к Нему. И через Него обращайся к Отцу. Иисус желает благословить Кого? Аминь. Я хочу ударение сделать послушных Ему людей, послушных. Ведь, ведь Иисус приготовил успех в бизнесе для Петра. Этот успех такой, что как бы у Петра крыша крышу немножко повело так, Его начала голова кружиться, Ему стало аж не по себе. Он, представляете, он даже, он даже, ну, сначала говорил, а потом думал, что Он говорит. Он Иисусу, они же находятся на глубине, Он Иисусу говорит: выйди от меня, ибо я человек нечистый. Просто представьте, Он говорит, Иисус, я такой грязный, я такой недостоин, выйди от меня. Петр, ты хоть понимаешь, что там не асфальт, не берег, а там вода это Иисуса. Понимаете, он это говорил о том, что Он почувствовал свою грешность, Он свою грязь почувствовал. Он почувствовал свою несостоятельность и свое неверие. И даже если ты не веришь, но ты сделаешь, как тебя Иисус просил, будет чудо. Мы всегда видим. И вот этот сотник, о котором я говорил, он приходит к Иисусу и говорит, Иисус, помолись за моего сотника, мой сотник, ой, мой слуга, он жестоко страдает. Помолись за него. А Иисус говорит Ему, просто представьте, Иисус говорит Ему, Я приду, Я приду, я буду идти, 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 идти. Приду к Тебе домой и помолюсь за Него и исцелю Его. А сотник говорит, не надо Иисус ходить. Не надо ходить, Иисус! И сотник начинает Иисусу рассказывать, как надо сделать чудо. И вы знаете что? Если бы Иисус был религиозный, Он бы сказал, все, уйди отсюда. Ты вообще разговариваешь, учишь меня, учишь меня, как мне делать чудеса, как будто я сам не знаю. То, что сказал сотник Иисусу, Иисуса настолько обрадовало, он сказал ему, Иисус, не ходи ко мне домой, я грешный человек, и ты не достоин войти в мой грешный дом. Скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. И в этот момент Иисус возрадовался в кавычках так, взорвался. Он сказал, и в Израиле я не нашел такой веры, как у этого сотника. Скажи только слово. Вот, вот что является ключом к успеху. Мы думаем, как же мне жить успешной жизнью? Живи по Слову Божьему. Слушай, что Дух Святой тебе говорит. Ведь цель чтения Библии какая? Не для того, чтобы у нас выросла большая голова, а начитались Библии а потом давай умничать. О, так, 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 ты знаешь вот это, а ты вот это знаешь, не знаешь? Ну да, видно, ты не читаешь. Знаешь, для чего нам надо читать Библию? Чтобы исполнять ее, чтобы услышать голос Божий, чтобы через Слово, представьте, когда мы читаем Слово Божье, оно начинает к нам говорить, к Духу, и мы начинаем понимать в этот момент, слышать Бога и понимать, как нам поступать. И если мы научимся взаимодействовать со Словом Божьим, оно нам говорит, Бог нам говорит через Слово Божье, и я делаю так, как Он говорит, я буду успешным. У меня будет стопроцентный успех, потому что это записано в Слове Божьем. Иисус хочет и желает от всего сердца, желает благословить людей, но тех, кто послушан Ему. Потому что, когда мы не слушаемся Слова Божье, да, вот первому человеку Бог сказал, Адам, не кушай от этого дерева. Вот от всех деревьев, посмотри, Адам, столько деревьев есть, ты все можешь кушать. Только одно дерево, вот это, дерево познания добра и зла, не кушай от него. Ты понял, Адам? Ну, конечно, так Бог с ним не разговаривал, но ты понял? В общем, Адам сказал, да, Господи, да, я люблю тебя, ничего не буду есть такого, ты запретил мне это, и я не хочу это трогать. И приходит время, и Адам нарушает Слово Божье, и рвет то, что нельзя было, а запретный плод. Он вот знаешь, у тебя все может быть, а вот что-то не может быть. И ты вот ради вот этого, что у тебя нету, готов все отдать, променять. И он берет и нарушает Слово Божье, не слушается Слову Божьему. И что происходит с Адамом? Он умирает духовно. И Бог начинает говорить, Адам, за то, что ты послушал голоса жены своей и ел от дерева, которое я тебе сказал, не ешь, проклята земля за тебя. Из-за тебя проклята вся земля. Просто представьте, за какого-то непослушания все люди, пришло проклятие на землю, грех пришел, беды пришли, дьявол пришел. И знаете, потом они вдруг увидели, а раньше они не видели, что они голые, и написано, они сшили себя поясание из лопухов. И когда Бог пришел к Адаму пообщаться, к первому человеку, он говорит, Адам! Никогда такого не было, что Бог звал Адама. Потому что Адам всегда был на месте. И вдруг тут Бог ищет, Адам, где ты? Адам из деревьев такой кричит, я спрятался среди деревьев рая, потому что я в страхе. Адам, почему ты в страхе? Я голый. Кто сказал тебе, что ты голый? Кто сказал тебе, что ты голый? Ты всю вечность был голым, всевые не стыдились. И тут теперь ты голый. Откуда ты знаешь, что ты голый? Кто сказал тебе? И вы знаете, что внутри нас бывает, звучит голос дьявола, так как он имеет доступ к разуму любого человека верующий человек, неверующий человек. Как человек делает грех? Дьявол приходит к человеку и говорит, сделай вот этот грех. Курни, выпей или там сходи куда-то. Расслабься, оттянись там. Или что-то еще, посмотри куда-то. Укради, соври. Сейчас время врать. Не соврешь, беда будет. Проблемы большие будут. Ври, ври сейчас. И человек, знаете, Нисколько не краснее, врет. Просто представьте, а почему? Это потому, что дьявол в его разуме говорит, что делать. Потом, после покаяния, уже говорит Бог, что делать. Говори правду. Легче жить. Потому что одна неправда влечет за собой другую. И тебе придется потом свидетелей убирать там. Ты соврал одну историю, а в этой истории кто-то там был. И тебя начнут расспрашивать, ты начнешь путаться, придумывать. Легче жить честно. И Бог сказал, знаете, кто сказал тебе, что ты наг? Кто сказал тебе, что ты наг? Дело в том, что когда он сделал грех, то дьявол вошел в его жизнь. Дьявол. И так странно, что раньше Бог был отцом Адама, а теперь он перестал слушаться Бога и стал слушаться дьявола. И поэтому Бог изгнал его. Он сказал, выходи из рая, у тебя теперь другой отец. Мы с тобой увидимся чуть позже. Мне придется теперь Сына Своего отдать за, за все преступления, за грехи людей. Так вот, когда мы не слушаемся Слова Божье, я вам скажу, мы слушаемся слов дьявола. Мы думаем, о! Не может такого быть, чтобы дьявол мне это говорил. Послушай, есть черное, есть белое. Ничего между ними нету. Есть Бог, есть дьявол. Ты принимаешь только ту информацию, которую ты слышишь. Ты не можешь иметь другой информации, если ты не согласен со Словом Божьим. Ты не можешь сказать, у меня свое мнение. Слушай, у тебя мнение пришло из телека, из новостей и отовсюду, из школы, от мамы. Папы. У тебя нету своего мнения. Ты набрался информации от людей вокруг общества, в котором ты живешь. И теперь из этого ты создаешь, типа это мое мнение. А Иисус сказал, Матфея 6,33, в следующей главе, Он говорит, ищите прежде Царство Божие и, кто помнит, что еще там сказано, и правды Его, Его правды, Его информации. Мы знаем много информации, и потом мы узнаем, что это все ложь была. Только Иисус и знает истину. Он и есть сама истина. Если мы знаем Иисуса, мы знаем истину. Мы узнаем правду. Иисус желает благословить послушных Ему. Если ты послушен Господу, и я хочу сейчас обратиться к тем людям, которые служат Богу, которые что-то делают для Бога. Я говорю, что точно, сто процентов, Бог для вас имеет благословение. Имеет чудеса, имеет чудеса, которые превзойдут ваши представления. Вы думаете, мне вот хотя бы вот такое чудо. Мне хотя бы такую стопку денег. Ты вот такую показал. Знаете, как один миллиардер, миллионер, я не знаю, у него очень хорошо процветает бизнес. И у него спросили, слушай, в чем успех? твоего бизнеса. Он говорит, дело в том, что в жизни я научился отдавать финансы Богу. А я говорю, знаете, что делаю? Я беру свою лопату, загребаю деньги. Знаете, есть такая поговорка, деньги лопатой гребет. Так вот, он говорит, я беру деньги лопатой и Богу кидаю. Перед, ну, даю ему на его работу, чтобы Царство Божие распространялось. А что делает Бог? Бог берет свою лопату. Свою лопату. Вот представь, у ребенка твоего лопатка, у него не будет большой лопаты. Да? Он тебе своей лопаткой кинет. Представь, сколько ты можешь своему ребенку кинуть. Взять такую большую-большую лопату да? и ему кинуть. И вот он говорит, мы с Богом вот этим занимаемся. Я ему лопатой, а он берет свою лопату большую и кидает мне. Так вот, кто-то думает, мне хотя бы вот такое чудо. Мне хотя бы, чтобы вот у меня жизнь наладилась в этой области. А Бог тебе раздвинет настолько пальцы, что у тебя превзойдет весь твой разум, и тебе нужно будет отдышка потом. Тебе нужно будет отдышиваться, сказать, Бог, подожди, подожди, постой, постой. Неужели это все правда, что ты сейчас совершил в моей жизни? Неужели моя жизнь прекрасная теперь? Неужели моя жизнь восстановлена? Бог тебе говорит, слушай, это только маленькая капелька, что для, для тебя приготовил. Я для тебя приготовил намного больше. Разница в улове без слов Иисуса. И благодаря слову Иисуса, как между небом и землей, когда мы что-то делаем сами, или когда Он нам говорит, что делать. Смотрите, как в 11 стихе написано. И оставив все, последовали за Ним. Обе лодки, это же были живые деньги, можно сказать. Это была рыба, которую они продавали, жили, семьи их жили. Это был бизнес Петра написано, что он, у него был такой прибыль, такая большая прибыль пришла. И написано, он все это оставляет и идет за Иисусом. И я вам скажу, это умные люди, кто так делает. Ученики Иисуса поняли, что самый большой успех в жизни – это даже не сверхъестественная прибыль, а сам Иисус, сам Иисус Христос. Знаете, мы иногда слышим, Хорошее – враг лучшему. Человек поставил цель, добился у нее, у него более-менее все, и он уже ни к чему больше не стремится. А он может добиться большего. И маленький успех останавливает от большого. Бог тебе сотворил чудо. Знаете, как многие люди говорили, помолитесь, у нас в семье кризис, у нас такие отношения плохие. Или жена приходила в церковь, и просила, ой, муж там вообще там груши любит. <свят> Объелся груш. И так, знаете, вся церковь молилась за мужа, чтобы муж покаялся, любил жену, жену, семью свою любил. И знаете, вымаливают. У них все нормально, и ее больше нету в церкви. Она получила, что она хотела. Муж теперь все нормально, изменился. Зачем больше церковь? Зачем Бог? Я получил, что я хотел. Пока, до свидания. И тебе Господь говорит, что? Что? Я хочу, наоборот, чтобы ты с мужем приходила сюда, чтобы ты с мужем вместе служила мне. А мы приходим к Богу. Бог, 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 помоги, дай работу. Дали работу, его нету. Он все, он пропал на этой работе. Так вот, бывает то, что мы ждем чуда от Бога. Помните, как слепой Вартимей? Он был нищий, он сидел у дороги и просил милостыню. Кто бы хотел жить такой жизнью? Ну, хотя бы денек пожить, вот так вот просто прочувствовать. Вот быть нищим, просто нищим, ничего вообще не покупать себе. Ничего вообще, ты просто нищий, еще и, и, и слепой, и ничего не видишь вообще. И сидеть вот так возле дороги, и вот у людей, которые ничего не дают, иногда что-то дадут, просить вот так вот. И написано, когда Иисус исцелил его, написано, что он пошел за Иисусом по дороге. Представьте, он получил свои глаза, он получил чудо, он получил ответ. И это его побудило следовать за Иисусом. Чудеса побуждают нас следовать за Иисусом. Если бы они остались бы с этой рыбой, если бы они остались с этим успехом, Иисус всегда движется дальше. Иисус сказал, я приготовил для вас еще большее чудо вы будете творить эти чудеса. И потом мы видим, как Иисус размножает рыбу. Иисус любил рыбу. Он размножает рыбу, хлеба, кормит людей. Он отвечает на какую-то нужду. Ему не все равно до твоей физической нужды. Но у него есть большее чудо для тебя. Открыться тебе, любить тебя, он не хочет, чтобы ты останавливался. Он хочет, чтобы ты был полностью захвачен им, чтобы ты следовал за ним. Если бы Петр и ученики, они бы радовались эту рыбу, трогали бы, продавали бы, они бы продали, а Иисус уже давно ушел, они бы потеряли бы Иисуса. А Иисус так много еще чудес совершил дальше, больше. Они никогда не жалели, потому что эта рыба, она придет людям, она благословит людей, она никуда не денется. Но Иисус идет дальше. Готов ли ты, видя чудеса и ответы в своей жизни, следовать за ним дальше? Следовать за ним дальше? Благодарить за чудо? Благодарить за ответ? Поверь, что бывает так, что тебе никто не может помочь. Только это имя Иисус. Готов ли ты идти дальше? Готов ли ты остаться ему верным? Или как, знаете, в супермаркет пришел, набрал продуктов и ушел. К Богу пришел, помолился, получил ответ. Давай, Бог, когда мне будет плохо, я к тебе приду. Сейчас мне хорошо. Я пойду сейчас с друзьями веселиться. Нет, Бог хочет, чтобы тебе и когда хорошо, и когда плохо, чтобы ты всегда был с Ним, чтобы ты всегда был послушен Его Слову. Послушай, Бог хочет, чтобы ты был успешным. Бог не хочет, чтобы ты был неудачником. Он хочет все сферы твоей жизни благословить. Но как приходит благословение и как приходит успех, есть ключ, который открывает эту дверь. Это послушание Слову Божьему. Он будет тебе говорить, и тебе нужно будет принять свое собственное решение. Петр возмущался, но согласился. И он увидел чудо. Дорогой друг, согласен ли ты? подчиниться Слову Божьему и сказать, Господь, я исполню Твое Слово. Я сделаю по Твоему Слову. Хочешь увидеть чудеса? Хочешь увидеть живого Бога в своей жизни? Взаимодействуй с Его Словом. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. В самом начале, когда на земле был хаос, земля была безвидна и пуста, Бог говорил свое Слово. Мы можем сделать для себя этот принцип что когда звучит Слово Божье, за этим всегда стоит успех. Давайте мы сейчас...